Дорожній рух у Рубіжному по вулиці Набережна тимчасово призупинений. Розпочався ремонт залізничного переїзду. Про це повідомив дорожній майстер залізничної станції Рубіжне Олександр Пушик. За його словами, ремонтом займаються працівники «Укрзалізниця». На 937 километре начался капитальный ремонт. Планируем, сейчас делаем один путь. На протяжении через день будем планировать окна, будем выменивать полностью настил переезда. А в дальнейшем будет планироваться, скорее всего, асфальтировка, или там уже как подскажет руководство. В данный момент переезд будет закрыт до 13 числа, до 23 00.